Степа, если ты сейчас же не встанешь, тебя расстреляют. Расстреливайте. Делайте со мной что хотите, но я не встану. Добрый день, симпатичнейший Степан Богданович. Что вам угодно? Одиннадцать. И ровно час, как я дожидаюсь вашего пробуждения, ибо фи назначили мне быть у вас в 10. Вот. И я. Извините, назовите, пожалуйста, вашу фамилию. Как? Вы фамилию мою забыли? Простите, откровенно сказать, я вчера немножко... Я сейчас приму пирамидон. Не-не, дорогой Степан Богданович, никакой пирамидон вам не поможет. Следуйте старому мудрому правилу. Лечить подобное подобным. Единственное, что вернет вас к жизни, это две стопки водки с острой и горячей закуской. А вы? О, с удовольствием. Ну как? Теперь, я надеюсь, вы вспомнили мою фамилию. Однако, я чувствую, что после фотки вы... Пили портвейн. Помилуйте, разве можно так делать? Я хочу просить, чтобы это осталось между нами. О, конечно, конечно. Но за Хустова я, само собой разумеется, поручиться не могу. А разве вы знаете Хустова? Вчера видел его мельком вместе с вами, но одного беглого взгляда на его лицо достаточно, чтобы понять, что он сволочь, склочник, приспособленец. Подхалим. Совершенно верно. Совершенно верно. Профессор черной магии Воланд. Вчера днем я приехал из-за границы в Москву, немедленно явился к вам и предложил гастроли в Фарите. Фи позвонили в Московскую областную зрелищную комиссию и вопрос этот согласовали. Затем фи подписали с профессором Воландом контракт на 7 выступлений и условились, что Воланд придет к вам для уточнения деталей в 10 часов утра сегодня. Вот я и пришел. Увидев, в каком фи состоянии, я послал Груню в ближайший гастроном и... Позвольте с вами рассчитаться. О-о-о, какой вздор. Позвольте взглянуть на контракт. О, пожалуйста, пожалуйста. И расписка в получении аванса в 10 000 рублей. Йо! Одну секундочку. Здрасте. Этого еще не хватало. Ах, Берлиоз, Берлиоз. Ведь это в голову не лезет.
Да. Здравствуйте, Григорий Данилович. Это Лиходеев. Тут вот какое дело. У меня сидит этот... артист Воланд. Ну? Так вот, я хотел спросить, как насчет сегодняшнего вечера? Черный маг? Да. А афиши сейчас будут. Вы-то скоро приедете? Через полчаса. Груня! Откуда тут у нас коты шляются? Откуда он? Не беспокойтесь, Степан Богданович. Кот это мой. Не нервничайте. А Груни нет, я ее послал в Воронеж. А она мне жаловалась, что вы у нее отпуск зажилили. Я вижу, вы немного удивлены, дорожайший Степан Богданович. А между тем удивляться нечему. Это моя свита. И свита эта требует места. Так что кое-кто из нас лишний в квартире. И мне кажется, что лишний этот. Именно вы. Анис, Анис! Они вообще в последнее время жутко свинячат. Пьянствуют, вступают в связи с женщинами, используют служебное положение. Ни черта не делают, да и делать ничего не могут, потому что ни черта не смысл в том, что они им поручены. Втирают очки начальству. Машину зря гоняет казенную. Вот-вот. Я вообще не понимаю, как он попал в директора. Он такой же директор, как и архиерей. Разрешите, мессир, выкинуть его ко всем чертям из Москвы. Мессир, разрешите мне? Брысь!